Меня зовут Харлашина Вера Геннадьевна. Я воспитатель структурного подразделения детский сад школы 148. Дети, скажите, пожалуйста, какое у нас сейчас время года? Осень. А какое время года у нас наступит после осени? Зима. Зима. Зима – это это замечательная пора. Мы с вами будем много говорить о зиме, о природе, о зимних развлечениях, о том, как ведут себя птицы и звери зимой. А поможет нам в этом вот эта папка. Называется эта папка «Лэпбук». Вы уже с ней знакомы. Мы с вами проговорили про осень. У нас такая же папка есть про осень. А это новая папка «Зима». Посмотрите внимательно, что же здесь в нашем лэпбуке есть. Здесь есть у нас картинки. Я сейчас вам покажу. По которым можно рассказывать про зиму. Посмотрите, сколько их. Тут можно говорить и про развлечения, и про животных, и про птиц, да? Мы с вами будем потом составлять такие рассказы про зиму. Еще в нашем лэпбуке есть стихи о зиме, загадки. Загадки. Сейчас я вам загадаю загадку, а вы послушайте. Сейчас я прочитаю ее. Вот у нас такой кармашек интересный на завязочках. И вот здесь много-много загадок. Посмотрите. Посмотрите, сколько много загадок. Да, я вам одну загадаю. Послушайте. Что за звездочки резные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные. А возьмешь — вода в руке. Руки. Есть, ребята. Так. Есть картинки о зиме. Подойдите, посмотрите. Вот картинки давайте откроем. Открывайте. Открывайте картинки. Раскладывайте, смотрите. Вот видите, сколько картинок про зиму? Вау, сколько много, да? Ага. И, да. Как за домашними животными ухаживать зимой, да? Так, давайте свернем теперь. Другую посмотрите. Так. Сейчас еще, подойди правильно, сложи, сейчас немножко.